Миллера. Опасный момент и гол! Забивает. И гол, но активные очень споры игроков Терека. Это забивает Вербом. Второй раз в сезоне поражает ворота грозненской команды. И игроки Терека спорят очень активно. Ну, конечно, спорят. Очень активно спорят. Желтый получает Лебеденко, насколько я понимаю, за споры. И также... Нет, одна желтая карточка от Нескова. Это уже четвертый мяч Понтуса Вербома в нынешнем сезоне. На 30-й минуте армейцы открывают счет. Давайте смотреть. Ну, в действиях Вербома-то не было ничего. Нет, споры тут лишние. Вербома и Яранок даже держал руками здесь. Скорее, Чех нарушал там правила. А что касается выхода Амельченко, то претензии он может предъявлять только себе. Никто из игроков ЦСКА его не блокировал. Ошибка на выходе вратаря.